Проект Jazz Project запущен в поддержку предпринимателей. Только в Жамбылской области в прошлом году было одобрено 222 бизнес-идеи, подано более 550 заявок. Данный проект способствует сокращению безработицы среди молодежи. Жансая Бабыкбай – одна из участниц проекта. С детства она увлекалась кулинарией. И открытие своего бизнеса было ее мечтой. По словам девушки, выиграть грант в проекте Jazz Project – одна из ее первых целей. Ее бизнес-идея «Аспас Ана», в рамках которой идет обучение многодетных и одиноких матерей кулинарным навыкам. На выделенный миллион тенге Жансая приобрела кухонное оборудование и все необходимое для выпечки кондитерских изделий. В будущем девушка планирует организовать собственный мастер-класс. Данный проект способствует налаживанию отношений между людьми. Мы замечательно сработались, когда пекли торты. Все мамы остались довольны. В целом в Таразе реализовано 69 бизнес-проектов. Остальные действуют в районах области. Также обладатели грантов получат стипендию в размере от 40 до 60 тысяч тенге. После реализации своего проекта молодые предприниматели смогут самостоятельно развивать свой бизнес. Элеонора Бухонова, Азат Байтимир, 77 News.